показе целью байера или критика является поиск достойной одежды, которую с удовольствием можно носить. И в рамках Одесса Fashion Week каждая модница найдет платье своей мечты. Я свое уже нашла. Здравствуйте, я Анастасия Сатюк, а вас приветствует главный трансетер города – Одесса Fashion Channel. Очень все классно, супер, на высшем уровне. Надеюсь, это не последний раз дебют наш. Это наша новая коллекция 2017 «Нежность». Подготовка к выпускным, к фотосессиям. Дети модельного агентства Millennium Kids очень серьезно готовились к данному мероприятию, которое проходит с таким размахом у нас в Одессе, Одесса Fashion Week. Мы очень рады, что наш дебют проходит именно на такой большой сцене. На своем сайте Digital New Fashion я пишу о талантливых креативных людях, дизайнерах, моделях, тех, кто получает удовольствие от моды. Это ваш первый визит в Одессу? Yes, in Fashion Week, yes. But на неделе моды, да. Я отдыхал здесь 2 года назад, наслаждаясь летними пляжами Одессы. Но сегодня вы присутствуете на Одесса Fashion Week. Вам нравится локация, работа моделей и, конечно, дизайнеров? Да, все волшебно. Я был приятно удивлен увидеть, как вы развиваете моду в Одессе и в Киеве. У вас много молодых талантов и хорошие перспективы. Это прекрасно. Я очень довольна организацией. Безумно красивый подиум. Очень все... Я в восторге. Организаторам огромное спасибо. Всем, кто принимал участие, спасибо. Всем. Очень понравилась подача этого показа. Я первый раз на Одесса Fashion Week. Но я не ожидал. Уровень подачи, подход. Очень-очень приятно, очень понравилось. Изначально планировалось сделать просто красивые платья, удобные и практичные для женщин, что-то среднее, в котором можно пойти и на какое-то светское мероприятие, и в то же время обыграть другими аксессуарами и использовать в повседневной жизни. Но потом, находясь в интересном положении, я поняла, что все-таки нужно сделать что-то приятное для беременных женщин нашего города, так как действительно сложно найти хорошие вещи. Спасибо вот за Зарине, организатору и директору Одесса Fashion Week, который тоже очень понравился показ, и которая вот сказала, что действительно платья вдохновляют. Их можно и хочется носить каждый день. Аксессуары у нас все в стиле бока шик. Это украшения на ногу, сережечки, украшения на сережечки на галочке. Наши очень красивые, необычные. И украшения на шее. Одесса Fashion Week очень много показала хороших перспектив для города Одесса, поэтому мне нравится. Я объездил много стран мира, там Париж, Греция, вообще много места в мире, но и сравнил. На самом деле здесь неплохо, хорошо они делают, и каждый год лучше и лучше, поэтому я очень доволен. Сьогодні перший раз представляємо бренд Елена Мурар. Нам дуже приємно, дуже раді, що ми могли представити свою нову колекцію. Це у нас нові колекції, які ми їх виробляємо півроку. Ми їх виробляємо з любов'ю для невіст. Чому вирішили поучаствовать в Одесса Fashion Week? Ну, потому что это, прежде всего, это глобально, это интересно. Это для нас большой опыт. И
ну, как бы все начинания интересны всегда, понимаете, как бы кто ищет себя, находит. А тут еще соединение замечательной музыки и, собственно, моды. Это, ну, как всегда, можно сказать, very well, то есть то, что нужно. Ребята, откуда появилась идея создать общую коллекцию? Не знаю, все мысли летают в воздухе. У нас невеста. Большая дружба между нами, как бы большая и давняя. И мы решили вместе создать такую общую коллекцию, которая не по стилю не сочетается, но одновременно не сочетается. Как бы такой стиль фьюжн, этнический стиль и классический стиль, и стиль стрит-стайл, все вместе, собраны вместе. Получилась бы такая вот композиция красивая, интересная, современная одновременно. Здорово, здесь нравится. Организация в этом году супер. Очень довольна. Что Одесса настолько гостеприимная, что Зарина делает реально большой очень труд. И мастер-классы, если посмотреть расписание, то мне очень было приятно, что пригласить их было хорошее приложение, где можно было выбрать и посетить мастер-классы, так и показы, все, которые были приемлемы. Очень много новых дизайнеров. Я так понимаю, что еще завтра будут вообще юные дизайнеры. Очень интересно. Каждый день мы прослеживаем. Вдохновение, наверное, больше... У меня как в голове какие-то картинки происходят, вот, и я, в принципе, пытаюсь их воплотить в жизнь. Надеюсь, что это получается, но по отзывам и по зрительским, да, симпатиям, это, я думаю, что у нас получилось. Я думаю, вы скоро нас услышите и нас увидите. Одесса Fashion Week – это такой старт в мире свадебной моды. Дальше больше. Что означает волонтерство на неделе моды Одесса Fashion Week? Это такой тыл надежный, поддержка. Это девочки, которые на расхват, которые помогают всем дизайнерам, визажистам, парикмахерам, которые следят за залом, за гостями. Это огромный труд, наверное, который мы возложили на их плечи, хрупкие. Они еще такие молоденькие, но это их первый опыт. Вот Лиза, кстати, у нас с нами уже второй сезон, и Нона у нас тоже была